Всем большой привет! Сегодня у нас вторник, и у меня протеиновый коктейль. Первый прием пищи. Время 14:53. Привет, привет, ребятушки! Мы, как обычно, на прогулке. Я сегодня одела платьишко, босоножки. Впервые за это лето. Надеюсь, еще одену. У нас сегодня переменная облачность. То солнышко, то пасмурно. И с завтрашнего дня ожидаются дожди. Посмотрим, как на самом деле будет. Но сегодня уже попрохладнее. Сегодня так где-то 18-19 градусов на улице. Ну ничего, мне очень нравится такая погода. Еще бы ветерочек бы посильнее подул, чтобы комаров раздувало и оводов. Мои капризные ноги, ребята. Ой, опять все стерла, что вторую, вот в этой поменьше. В общем, моим ногам только кроссовки носить, никакие туфли невозможно. Обработала перекисью водорода. Сейчас оденем кроссовки и пойдем дальше гулять. Обработала ноги, одела кроссовочки с носочками и пошли дальше гулять. Норму шагов-то выполнить нужно любой ценой. Зашли мы, ребята, после прогулочки в Магнит. Макарошки, спиральки, три пачки по 59,99. Масло взяла, вот впервые взяла такое масло, вроде хвалят его. И сейчас на него акция хорошая, рыжиковое масло. 139,99, ну 140 рублей. Муку опять цельнозерновую на хлебушек взяла, 84,99. Дрожжи 6 пачек по 23,99. Два кабачочка, кабачки по 100 рублей, грунтовые на 79,79. Так, творога пачечку. Творог сегодня без акции, 142,99. Огурчики маленькие, пупырчатые, по 89 рублей. На 60 рублей 47 копеек. И Дима захотел вот такую большую шоколадку Милка. По акции она 219 рублей 99 копеек. Вроде бы вот так мало всего взяли, а 1206 рублей 91 копеечка. Вот так вот. Сегодня на ужин у нас салатик. Огурец, помидор, перчик. Ну и наше масло рыжиковое. Забыла, как оно называется. Вот с таким маслицем будем сегодня есть салатик. Все, ребятушки, мы уже пришли домой, намылись. Быстренько накрошил Дима салатик. Прошли мы почти 22 тысячи шагов. Большие молодцы. В общем, все хорошо. Время почти 9 вечера. Приступаем к ужину. Всем доброго-доброго вечера. На ужин котлеточка и салатика вдоволь. Возьму еще добавки, если захочу. Всем приятного аппетита, ребята. Добрый-добрый день, дорогие мои ребятушки. Впервые за долгое время я с вами вот так вот сижу по-домашнему и разговариваю, не на бегу, не на прогулке. Сегодня у нас среда, и прогноз погоды сбылся 100%. Пасмурно, никакого солнышка, ветер, льет дождь. Ну и мы с Димой решили сделать сегодня прям такой выходной-выходной. Ничего не делая. И как-то так интересно получилось сегодня, совершенно спонтанно, не договариваясь. Я утром проснулась, Диме говорю, что ты будешь кушать? Он говорит, я кушать не хочу. Я говорю, ну и я, в принципе, не хочу кушать. Давай сделаем разгрузочный день. Для меня это привычная процедура в начале своего похудения,
преображение, скажем так. Я раз в неделю делала разгрузочные дни. То на воде, то на кефире. В общем, когда на чем. Сегодня мы пьем воду. Нашу карельскую воду. Карельская жемчужина, ребята. У Димы своя вода, у меня своя вода. Посмотрим. Мне очень легко. Ну, вот Дима говорит, что пока кушать ему вообще не хочется. Тем более, сегодня у нас нет физнагрузок. Мы лежим, сидим на диване, смотрим фильмы. Сегодня у Димы крайний выходной, завтра он идет на работу. В общем, посмотрим. Если вдруг мой муж проголодается, то, конечно же, никто ему кушать не запретит. Ну, а я, естественно, сутки, думаю, продержусь. Так что посмотрим, как будет проходить процесс. Я вам, если что-то будет интересное, выйду на связь и расскажу. А пока вот так вот сидим, смотрим телевизор. Кушать варить не надо, дела никакие делать не надо. Дима уйдет завтра спокойно на работу. Ну, а я вот потом уже, когда буду совсем одна, я люблю вот в одиночестве включить там музыку или передачу себе в уши, наушник, и займусь делами. Там пропылесосить, влажную уборочку сделать, бельишко все перестирано. Возможно, какой-нибудь ужин приготовлю. Ну, завтра уже по-любому надо будет приготовить. Дима с работы придет, надо что-то свеженькое, чем-то покормить, да и снова ж на работу заступать. Так что вот такие дела, ребята. Сегодня у нас ленивая среда, и мы пьем воду. У нас сегодня, ну как можно сказать, голодовка на воде. Разгрузочный день – это когда ты что-нибудь кушаешь, а у нас сегодня голодовка. Я вас всех целую, всех обнимаю. Всем желаю крепкого-крепкого здоровья, хорошей погоды. Даже если погода плохая, пусть в душе у вас будет хорошая погодка. Но я с вами не прощаюсь. Я надеюсь, мы с вами еще поболтаем. Еще вечер впереди. Уже, ребятушки, вечер. Все так же пасмурная погода и не думает налаживаться. На завтра у нас такая же погода ожидается, дождливая, и где-то всего 14-13 градусов тепла. В общем, время уже 8 вечера, что хочу сказать. У меня полет нормальный, все отлично, а Дима у меня продержался 22 часа. Чуть-чуть до суток не хватило, в общем, пошел на кухню, погреметь холодильником, что-нибудь съест. Ну и, наверное, потом уже часиков 10-11 будет ложиться спать, потому что ему рано-рано на работу. День прошел лениво, ничегошеньки не делали, никакого напряжения, никаких дома зарядок, ничего. В общем, целый день у телевизора. Поэтому голодовка проходит совершенно спокойно. Все, я надеюсь, что я завтра уже начну кушать. Ну, я посмотрю по своему организму. В общем, утро вечера мудренее. Всем желаю сладких снов и увидимся с вами завтра. Доброе-доброе утро, ребята. После разгрузочного дня я сегодня взвесилась, и вес мой 96 600 составляет. Привет-привет, ребятушки! Сегодня у нас уже четверг, время 14:30, и на голодовке я продержалась 40,5 часов. Из голода, ребята, выходим аккуратненько, на еду сразу не набрасываемся. Не пытайтесь есть что-то жирненькое, острое. Лучше что-нибудь легкое. Я приготовила себе коктейль из кефира. Один маленький бананчик. Ложка белка сывороточного. В общем, или легкий какой-нибудь овощной супчик. Что-нибудь такое легенькое, чтобы
ну, что-нибудь не случилось нехорошее с вашим желудочком. Так что будьте аккуратны. На ужин сегодня приготовлю капусточку тушеную. Здесь у меня уже типа зажарочка, ребята. Морковка, помидорчик, перчик болгарский, приправки, пачка 400 грамм фарша. Капусточку нашинковала. Из второй пачки фрикадельки наделала. Это на следующий раз или на супчик. В общем, уже все будет готово. Капусточку отправили. Вот сейчас у нас прям такой полный-полный казанок. Но буквально через несколько минут она обмякнет. И легко уже можно будет перемешивать. Сразу я никогда не перемешиваю. Лучше накрыть крышечкой и пусть немножко потомится. Все, ребятушки, пока я цветочки поливала, наша с вами тушеная капусточка готова. Она очень быстро сейчас молоденькая. Несколько минут, ну вот, 10-15 минут это прям максимум, это самый максимум, и все готово. Орхидеюшки свои полила, ребята, они у меня все в закрытой системе, поэтому поливаю всего один раз в месяц. Сейчас у меня цветет только притория. И элегант полочка доцветает. А остальные мои орхидюшки на цветоносиках. Растят цветоносы, ждем цветения. Толяшка спит. Лапкой закрыл глазки, чтоб ничто ему не мешало. Крепко-крепко спит. Все, ребятушки, я все дела сделала. Переоделась вот так вот по-спортивному и отправляюсь на прогулочку вместе с вами, конечно же. Сегодня у нас, ребята, где-то плюс 17, плюс 18 градусов. Всю ночь, не переставая, лил очень-очень сильный дождь. Вот я сейчас прохожу мимо, даже на асфальте еще лужи не везде высохли. Ну, в общем, пусть он льет лучше ночью, а вот в течение дня будет хорошая погодка. Пусть даже без солнышка, но вот такая, чтобы можно было выйти на улицу. Потому что, конечно же, когда сильный ливень, не очень хочется выходить. Что я хочу сказать по поводу голодания. Конечно же, после голодовки на весы, ребята, очень приятно вставать. Прям очень так воодушевляет и хочется продолжать дальше. Но хочу вас предупредить, чтобы вы не расстраивались. Часть веса обязательно вернется. Ну, потому что мы 40 часов с вами голодали, ничего не ели, пили только воду. А далее это мы начинаем питаться, хоть и понемножечку, но еда поступает в наш организм. Поэтому будьте к этому готовы. Я уже привыкшая, я уже знаю, что даже больше половины, скорее всего, вернется. Но если продолжать в том же духе заниматься, выходить на прогулку, уменьшать калории, скажем так, не очень, конечно, сильно, но так, до допустимой нормы, то тогда будет все прекрасно. Ой, я рада, что я вышла на прогулку. Хорошо, я смотрела в окошко, смотрю, люди, кто в куртках, кто в ветровках. Думаю, нет, я буду бежать, идти быстро и не буду ничего одевать. Хорошо, что я ничего и не одела. А у Димы моего опять, ребята, проблемы. В общем, надо ему все-таки показаться доктору. После нашей последней прогулки, вот, я сказала, что у него разболелась нога сильно. И вчера он пришел с работы. В общем, нога как деревяшка. Опухла. Я так думаю, что дай-то Бог, если это просто потянул сухожилие, что-то в этом роде. Но самое главное, чтобы не надорвал. Я его вчера отругала. Сказала, чтобы сегодня шел, сделал рентген на прием. Он категорически отказался, как любой мужик.
В общем, мы с ним немножко даже поссорились. Я говорю, намажь хотя бы кетоналом, да давай эластичным бинтом сделаем повязку. В общем, ни в какую. Посмотрю, как будет сегодня нога себя чувствовать. Но вот Дима прислал смс-ку, что опять будет работать 5 дней подряд. Поэтому вот, ну теперь уже, если и на прием, то только на следующей неделе. Но я очень надеюсь, что вот эта вот припухлость пройдет, нога поправится. В общем, переживаю, конечно же. А вот Дима такой, он вообще врачей не любит. Ой, его что-то заставить сделать, это не знаю, как надо постараться. В общем, боится врачей. Ладно, ребятки, бегу дальше. Ну все, ребятушки, я дома. Фух, прошла 22 700 шагов. Зашла еще в магнитик. Так, ребятки, я взяла сразу 3 пачки творога. Дима работает, Дима творог очень любит. Он по акции сегодня 122,99. 3 пачки творога, 300 грамм в этом твороге 9%. Так, рис бурый, тоже сегодня на него акция по 100 рублей. 99,99, в общем так. Сметанку 73,39. Молочко, тоже акция 74,29. Яйцо, S1 я всегда беру, 60 рублей. И черешня, 332 рубля 79 копеек. Вышло у меня на кило 0,48, на 348 рублей 76 копеек. Итого я заплатила 1033 рубля 38 копеечек. Вот, ребятушки, вы спрашиваете, кому интересно, какие у нас на севере Карелии цены. Вот, пожалуйста. Все, а я сейчас переоденусь, умоюсь, развешу бельишко, я уходила, кинула стираться белое белье. Ну и буду отдыхать. Пришла я поздно, ужинать, наверное, не буду, сделаю, скорее всего, себе коктейльчик. Ну, посмотрю, может, конечно, и захочется капусточки поесть. Но гарнир не буду. На гарнир у Димы макароны. Тоша! Тоша, хулиганишь, да? Хулиганишь, провода грызешь. На микроволновке сидит хозяин. Он любит очень тут сидеть. Мы ему всегда микроволновку освобождаем. Я когда готовлю, да, Тоша? Он тут расположится и наблюдает за мной. Все, мои хорошие, я прервалась, увидела, что он провода начал грызть. Ой, уморилась. Все, пойду отдыхать. Закончу все делишечки, развешу бельишко. Сухое я уже собрала. Думала, сегодня вечером буду гладить. Нет, уже не хочу. Уже буду гладить завтра с утра. Всем прекрасного вечера. Целую, обнимаю вас. Берегите друг друга. Ну и, конечно же, крепкого здоровья. Увидимся.